народными песнями, плясками и частушками отметили День деревни в Каленовке, что под Эмаусом. В живописном месте жители оформили площадку для выступления артистов. Стало доброй традицией в деревнях и селах проводить народные гуляния. И уже в четвертый раз проходит такой праздник, который привлекает жителей окрестных деревень. Для всех организовали спортивные состязания, выставку картин, а юные участники подготовили спектакль, стихи и танцы. День деревни – это не только повод встретиться с друзьями и односельчанами, но и способ сохранить связь со своей малой родиной, возродить традиции деревенских праздников.